Странные истории происходят иногда на белом свете, писала газета «Волжское слово» в 1913 году. Слушаешь их, вникаешь и никак не можешь понять, что же это, собственно, такое, откуда сие, почему и зачем. А мы с вами на бывшей монастырской земле и говорим о том, что здесь происходило больше века тому назад. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».